На телеканале «Губерния 33» программа «На всю Владимирскую». Вместе с вами мы обсуждаем только главные темы и отвечаем на самые острые вопросы. В студии Борис Пучков. Здравствуйте. Жестокое обращение с детьми – тема нашей сегодняшней программы. На что следует обратить внимание взрослым, если воспитанием их детей занимаются няни? А об этом и не только мы поговорим сегодня со старшим помощником руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Владимирской области Ириной Мининой. Ирина Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Ирина Александровна, первый вопрос, он напрашивается сам собой. Почему следственные органы обратили внимание вот на такую, казалось бы, на первый взгляд, небольшую проблему? Действительно ли она существует? Ну, кому-то может действительно показаться, это частное дело, дело семьи, и каждый имеет право выбора. Или это за ребенком ухаживают близкие родные, или он посещает детский сад, или нанимают няню. Но эта проблема, она, слава богу, пока не коснулась Владимирской области. Говорю пока, и мы проводим эту профилактику, чтобы никогда это не произошло на территории нашего региона. Но в России есть случаи, и их немало, когда дети становятся жертвами жестокого обращения няни при получении услуги. Более того, последний случай, который произошел в Москве, буквально потряс всю общественность. Девочка была убита няней. В няне была нанята мигрантка, которая, как оказалось, психически больной человек. Вот все случаи, которые на территории России произошли, стали поводом для некого анализа в Следственном комитете. И каждому следственному управлению было рекомендовано провести профилактические мероприятия. И мы это тоже сделали, дабы предупредить взрослых, на иждивение которых имеются дети дошкольного возраста, быть аккуратными, осторожными при выборе гувернанток. Ирина Александровна, вы сказали, что, слава богу, на территории Владимирской области таких случаев не было пока. Да. Вот хотелось бы что узнать. Вот насколько часто известно, вот много ли случаев действительно по России, когда няни применяют силу в отношении чужих детей? Конечно, вот мы берем вот этот, вот этот трагический случай, вопиющий случай в Москве. Вопиющий случай, да. Но по несколько случаев в год по России это точно происходит. Ну, это то, что находится в пределах видимости Следственного комитета. Мы знаем, что некоторыми вещами занимается МВД, это их статистика. Но где-то порядка 5 случаев по России ежегодно, таких, которые становятся и публичными, и с последствиями для ребенка. Это и нанесение телесных повреждений, а самое главное – нарушение психологического состояния ребенка. Они происходят с завидной регулярностью. На ваш взгляд, почему такие случаи имеют место быть? На что следует обратить внимание при выборе няни? Есть какие-то рекомендации? Конечно, есть рекомендации. Родители зачастую в спешке. Вот занятость общая, которая не позволяет воспитывать самостоятельно им ребенка, она переносится в эту же быстроту принятия решений по найму человека непроверенного. Ведь вообще это такая вещь особенная – пустить в свой дом постороннего гражданина. Насколько уверенным нужно быть в том, что это человек порядочный, выдержанный, умеет общаться с детьми. Поэтому какие-то правила, они могут, если вы берете в агентстве человека, да, через официальный способ найма такого работника, то, конечно, там проверяют, в основном проверяют человека и дают уже рекомендации, он как бы числится в реестре лиц, которые могут заниматься этим видом деятельности и соответствует всем требованиям. А чаще всего это нелегальный способ подбора через знакомых, через десятые руки. И здесь, конечно, вот в первую очередь нужно думать о благополучии ребенка. Что это означает? Няня должна находиться с ребенком, вот как детский сад, на привыкании. сначала на полдня, там, на несколько часов, на полдня и так далее, по нарастающей, чтобы можно было понаблюдать за психологическим состоянием ребенка. Это самое главное. Будь даже с 3 педагогическими образованиями человек, не всегда ребенок сможет найти контакт с посторонним гражданином. Поэтому всегда взрослый, близкий, вот родитель сумеет заметить, что у ребенка есть какая-то беспокойность, раздражительность, нервозность. Это уже сигнал к тому, что это, если семейная общая обстановка благополучна, значит, это пришло извне. И нужно быть осторожным и присматриваться к человеку и, возможно, не допускать его к ребенку. То есть одна из основных, насколько я понял, ошибок, которые могут допустить родители при выборе няни, это сэкономить, взять работника и не проверить, собственно, а есть ли у него опыт, а есть ли какое-то хотя бы образование минимальное педагогическое. Конечно, конечно, нужно уметь общаться с детьми. Дети – это особая сфера. Их надо очень сильно любить, и чужих, просто детей. Понимаете, есть люди, которые любят детей. Они умеют с ними общаться, они умеют с ними разговаривать, они умеют их накормить, выучить уроки или какие-то занятия провести. Вот эту любовь, если у человека проявляется, да, это видно, что он не играет, что он не притворяется, то путем вот недолгосрочного сначала допуска к ребенку, потом уже можно принять окончательное решение, будет ли он находиться рядом с малышом. А можно ли проконтролировать каким-то образом действия наемного работника? Есть ли какие-то рекомендации на этот счет для родителей, если все-таки они решили воспитывать своего ребенка, наняв чужого постороннего человека? Ну, вы знаете, общепринятые, конечно, способы – это установка камер в помещениях квартиры или дома. Кроме того, можно проверять, например, даже раскладкой каких-то вещей, можно будет увидеть, человек беспардонно орудует в вашей квартире или в доме, или он скромен и занимается исключительно ребенком. Ну, а все-таки главным таким предупреждающим контролем, на мой взгляд, является то, что мы, собственно, предлагаем сейчас рассмотреть комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав с участием уполномоченного по правам ребенка. Вот мы заявили такое заседание комиссии. Это все-таки стопроцентный охват таких работников прохождением психологического тестирования, который может выявить негативное отклонение в психике взрослого человека, не способного передать любовь и добро малышу. На ваш взгляд, вспоминая вот эту вот жуткую историю, которая произошла в Москве, на ваш взгляд, может ли быть няней гражданин иностранного государства? Может, конечно, но он должен соответствовать всем требованиям, о которых я говорила, это раз. А для иностранного гражданина, в первую очередь, это должно быть легальное пребывание на территории России и, второе, наличие разрешения на работу. И не на любую, от дворника до кого угодно, а именно в сфере педагогической деятельности. А если вдруг случилась неприятность, история, когда няня нанесла вред какой-то физический ребенку, какие должны быть действия правильных родителей, что они должны предпринять? Во-первых, с таким человеком нужно немедленно прекращать общение, если заметили, что что-то происходит. И второе, это также незамедлительно обратиться в правоохранительные органы. Но для этого родители должны понимать, что, принимая человека на работу, они должны обладать полными персональными данными человека, которого впускают в дом. Для того, чтобы правоохранительные органы не искали невысокую женщину, там, полного телосложения с такими-то волосами и глазами, а понимали, кто жестоко обращался с ребенком. И могли это преступление зафиксировать, задокументировать и провести по нему расследование. Мы упомянули здесь об агентствах, о том, что агентство это все-таки каким-то образом обезопасивают, да? То есть есть какая-то все-таки уверенность в том, что няня действительно нормальный квалифицированный работник. Есть уверенность. Предполагается ли каким-то образом контролировать, тем не менее, агентство? Да. Одно из предложений, с которым выходит Следственное управление, это контроль за деятельностью агентств, нанимающих на работу граждан, в том числе на услуги гувернантки. И здесь мы даже сейчас ставим вопрос о том, чтобы можно было ввести административную ответственность за недобросовестность агентов, которые, вопреки всякой логике и здравому смыслу, в нарушение закона дают согласие и рекомендуют работника на услуги няни, имея, например, какой-то негатив на этого человека. Если, тем не менее, случай произошел и ребенку был нанесен какой-то вред, может быть, даже здоровью ребенка, родители этого ребенка несут какую-то ответственность за то, что произошел такой случай? Мы сейчас за то, чтобы по административному кодексу существует статья специальная привлечение родителей к ответственности за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей. Вот в рамках этой статьи мы предлагаем рассматривать поведение родителей, которые небрежно отнеслись к выбору человека и допустили его к воспитанию ребенка. Вот мы надеемся, что на заседании комиссии, которое мы ожидаем, мы все-таки продвинемся в этом вопросе и постараемся сформировать Владимирскую административную практику. Штраф там, конечно, предусмотрен небольшой, до 500 рублей, но здесь сам факт привлечения к административной ответственности, он важен, потому что это все идет в нехороший послужной список каждого родителя, который может быть привлечен к административной ответственности. И я думаю, что многие из взрослых задумаются. Другой, не менее, на мой взгляд, и куда более актуальный вопрос, который мы постоянно обсуждаем, да, средства массовой информации, это подростковая жестокость. К сожалению, каждый год эти случаи происходят, они известны, они резонансны, как правило. Вот есть ли какая-то статистика насчет 2017 года, больше или меньше стало преступлений, скажем так? Вот иногда трудно объективно оценить ситуацию в подростковой среде, потому что очень многие вещи латентными остаются. Но там, где причиняются телесные повреждения, волей или неволей правоохранительным органам это становится известно, потому что ребенок поступает в больницу, а врач по предписаниям и по нашим совместным приказам немедленно сообщает о поступлении такого пациента в правоохранительные структуры. В этом году у нас 4 случая такого, понимаете, необъяснимой жестокости, я бы сказала. Ну, возьмем последний случай, Муром, сентябрь текущего года. 2 взрослые, приличные девушки устраивают показательные бои. Вообще подростков трудно понять. 2 девушки, значит, собираются драться, выяснять абсолютно, не знаю, без повода практически какие-то взаимоотношения. Но глупые поводы всегда используются, вот как молодежь оценивает, для них что-то может быть важное или не знаю. Но, во всяком случае, около этих девушек, как, впрочем, и в других случаях, которые мы, вот, о которых я говорила, что 4 случая во Владимирской области в этом году, практически всегда собирается толпа. Толпа любопытствующих. Подбадривающих, я бы даже сказала. И подбадривающих, снимающих на видео, выкладывающих это потом в сети интернет. Все социальные сети забиты. Что это геройство? Что это вообще вот принятие такого поведения, такого способа разговора, выяснения отношений, даже если и есть нужда поговорить и выяснить какие-то проблемы между собой. Вот это пугает. Вот даже, еще раз говорю, муромская ситуация, она просто пугающая. И, конечно, такие дети, они ставятся на учет в органах системы профилактики. С ними работают. Но, понимаете, это как-то не совсем пример для других с точки зрения недопустимости такого поведения. Потому что основная масса молодежи принимают это, наоборот, как не как геройство, но как пример такой. Угу. Вот как это здорово, и ты прославился в сети интернет и прочее, прочее. Как с этим бороться, как это убирать? Наверное, дети все-таки побольше должны сейчас, ну не знаю, наверное, это уже очень сложно, обращаться к литературе, не сидеть в одном интернете, не общаться каким-то примитивным образом между собой на чё, щё и как, на какие-то предлоги, слоги и так далее. То есть уходит какой-то очень непростой такой пласт нравственного воспитания молодежи, но определенной части, я не хочу сказать, что все такие очень много. Вот как раз-таки вопрос воспитания, да, опять вопрос воспитания. Здесь опять вопрос воспитания, который может заложиться, кстати, вот на этом уровне няни, да, когда мы, может, и не замечаем, может, ребенок и привык, но чему там обучают ребенка, какую злобу он может не выказывать себе, копит что-то, или семейная обстановка неблагополучная, или какая-то, которая ребенку некомфортная, она может быть внешне и благополучна, но некомфортная ребенку. Все это создает предпосылки к тому, что дети вот совершают совершенно, на мой взгляд, необдуманные поступки и при этом не придают значения тому, что наступит возраст, когда придется своей биографией ответить во взрослом состоянии за свою, в своей карьере, в своем будущем, в своем семейном благополучии. Если родители воспитать не могут, а общество каким-то образом может на них повлиять, что тогда? Ну, вы знаете, конечно, мы всегда говорим, что воспитывать должны в детском саду, в школе, в общественных организациях. Ну, наверное, я не буду спорить. Но все-таки формирование личности ребенка закладывается в семье. И все-таки, ну, наверное, общественность, если вовлечен ребенок в полезный такой оборот, то, конечно, это может влиять на его сущность и на его духовность. Но в целом вот то, что генетически дается природой, плюс воспитание и обстановку, которую он получает в семье, она является позвоночником ребенка, не в физическом смысле, а в таком, в духовном и в нравственном. Поэтому, наверное, что-то может изменить общественность, но главным образом все-таки я всегда отношу к воспитанию родителей. То есть их главная задача и главная ответственность – работать над ребенком. Посмотрите, как сегодня складывается. Вот могу просто отметить несколько позиций, которые буквально сейчас поражают и своим обилием, и все это отлагается на составляющие роста ребенка. Интернет, безопасность. Сколько бы мы ни говорили, в школах стараются, фильтры, контенты, то все. Но ребенок, у него в кармане всегда телефон, дома он предоставлен сам себе, потому что вот все-таки эти слова «иди, занимайся там к себе в комнату, пожалуйста, все, я устал». Она так и живет среди нас. То есть ребенок, он в каком-то определенном, в одиночестве, он начинает искать. И отсюда я все-таки еще раз хочу обратить внимание родителей. Нельзя отгонять ребенка. Ребенок раз захотел поговорить с вами, вы отторгли его, два захотел, три, и потом он понимает, ну сколько ни подходи к своему родителю, ему все время некогда. У нас остается угроза суицидального поведения подростка. В этом году 4 суицида оконченных и 5 попыток совершения суицида. При этом, помимо каких-то общих таких составляющих, когда ребенок не видит своего будущего, вот фактор ограничили в пользовании интернетом. Попытка суицида в одном из районов области, 14-летний мальчик. Это какая реакция у ребенка должна быть? Он так реагирует на такие вещи, на какое-то, ну, наказание, может быть, даже ограничение, да, возможно, у родителей был повод. Вот. Потом волнует очень так называемое, сейчас есть понятие, образец поведения. Образец поведения копируют в том же интернете, видя, как с оружием, с бравадой молодой человек направляется, вот Московская область, последний случай, когда пришел подросток в школу, и педагог погиб, и, в общем-то, вот такое поведение. Вот он свой образец поведения взял у иностранного подростка, а кто-то посмотрел и у нашего. То есть это очень важно видеть, что читает, что смотрит твой ребенок в сети интернет. Остается большой угрозой педофилия. Педофилия, которая вот буквально сейчас следователи занимаются раскрытием преступления, уже есть ниточки. В сети интернет совершаются в основном развратные действия в отношении детей. В виртуальном пространстве это очень страшно и неблагоприятно влияет на психику ребенка. И мы сейчас выясняем, что это не владимирский житель, а из одного из не совсем близких к нам регионов, а жертвой стал владимирский ребенок такого человека. Это покупка наркотиков, это вовлечение в экстремистскую деятельность. То есть все, когда ребенок сам себе предоставлен, это грозит опасности. Еще одна, вот отмечу буквально, это уходы, самовольные уходы детей из дома. Это также для родителей должно быть сигналом, что внутри семьи происходит. Просто так ребенок не уйдет. Что-то с ним происходит, или надрыв какой-то, что-то его не устраивает, какая-то неблагоприятная для него ситуация. Ну, вот сейчас, я напомню, мы занимаемся расследованием уголовного дела по поводу ухода из дома 8-летней Анечки во Владимире, и выясняется, что ребенка в семью нельзя возвращать. Находится девочка у нас в социально-реабилитационном центре, и с ней работают очень много психологи, и мы не знаем, попадет ли ребенок домой, возможно, нет. Ирина Александровна, в наше время наша программа подходит к концу, но я не могу не задать этот вопрос вкратце. На прошлой неделе Владимирский областной суд поставил точку в громком уголовном деле убийства семьи на улице Нижняя Дуброва. Перед судом предстали главный исполнитель, заказчица и соучастник. Скажите вот свое мнение вот об этом процессе. Насколько я понимаю, для владимирских следователей это уголовное дело стало делом чести. Да, когда 12 июня 2015 года сообщили в правоохранительные органы о том, что погибла целая семья, на место выехали все, и начальник МВД, и руководитель следственного управления, группа криминалистов, оперативные службы уголовного розыска. И совершенно было непонятно, что произошло на первый взгляд. Конечно, фиксировалась обстановка, фиксировались следы, собирались доказательства. Но абсолютно верно вы заметили, каждый божий день на площадке следственного управления вечером собирались оперативники, следователи, криминалисты. Возглавлял штаб руководитель следственного управления Александр Васильевич Еланцев. Каждый докладывал о том, что сделано за день, как разматывается вот этот клубок, куда могут вести следы. И буквально в течение 10 суток, 23 и 24 июня 2015 года, во Владимир этапировали всю группу, которую следствие подозревало в совершении наемного убийства. До этого, в феврале 2017 года, два фигуранта, Мещанкина и Смирнов, уже предстали перед судом. Они заключили досудебное соглашение. Это, пожалуй, из 5 соучастников оказались 2, ну, если можно так выразиться, с каким-то, хоть с психологией, с какой-то более-менее прорываемой. В которых осталось что-то человеческое. Да, они, да, признали вину и все рассказали. Их осудили Смирнова на 18 лет, а Мещанкина к 15 годам лишения свободы приговорили. И, конечно, когда был оглашен приговор в отношении Мазура, Боброва и Ралдугина, понимаете, вообще наши сотрудники абсолютно незлобные люди. Мы просто за то, чтобы каждый ответил за свое преступление. Но есть преступления, которые мы называем хладнокровными, циничными, жестокими, не имеющими никакого оправдания. И когда мы слышим, что вот главный фигурант был приговорен к пожизненному лишению свободы, мы в ответ на это просто рассуждаем. Этот нелюдь должен проживать в своей среде, среди равных себе, и не может находиться больше в обществе. И, конечно, вот отмечу, что вообще это уже третий приговор с пожизненным сроком, и это дело по тройному убийству на Нижней Дуброве, и осужденные в марте 2017 года черные риэлторы Мамедов и Мирзоев были приговорены также к пожизненному лишению свободы. Приговор, кстати, устоял в Верховном суде. Расследовал наш следователь по особо важным делам Сергей Волосов. Конечно, это просто высокий профессионализм и оперативных сотрудников, и следователей, и криминалистов Следственного комитета. И мы всегда удовлетворение ощущаем, когда убираем из общественного пространства таких людей, у которых не остается человеческого лица. Ирина, программа наша подошла к концу. Спасибо вам за то, что пришли к нам сегодня в студию и ответили на наши вопросы. Спасибо. Это была программа «На всю Владимирскую». В студии для вас работал Борис Пучков. Напомню, все новости, а также выпуски программы, включая и этот, вы можете посмотреть на официальном сайте trc33.ru. И до встречи на телеканале «Губерния 33».